Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 639, том 2. Книга пророка Исаия, 66 глава, 7 стих. «Еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начала родами мучиться, родил сынов своих». Не есть ли это пророчество о безболезненном рождении Иисуса Христа? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Толковать Священное Писание – занятие очень опасное. Нужно всегда брать предыдущие и последующие стихи и главы. Пророк конкретно говорит о возвращении из плена на сожженный пустырь. Была тишина, безлюдие, и вдруг возникает в один день целая страна. У монахов в пустыне было много свободного времени, но не было стремления вернуться к первоапостольскому служению. Поэтому многие из них толковали выручно и надуманно. По одной фразе, выхваченной из текста, как, например, пророчество о Божьей Матери. Ни предыдущие слова, ни последующие не дают даже намека на такой вывод, какой они делали. О вратах, лестнице, ручке. Единственное, что прямо в образе соответствовало ей, это ковчег, в котором были скрижали завета. И этого вполне достаточно, чтобы ей оказывать честь, как преблагословенной Преснодеве, цвету благоуханному и причудному. Бог отрицает неправду, даже если ты ею пытаешься защитить Бога и возвысить Его. Книга Иова, 13 глава, 8 стих. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться?» О безболезненном рождении Христа в Библии нет ни слова, просто мы в это должны верить и ничего не придумывать. А того, кто не верит, его не убедят никакие ложные доводы, и без этой веры он может спастись. Безболезненное рождение Христа девой – это не догмат.